Мальчики звезд остались здесь, помогли клубу. А, ну, сейчас это не имеет значения, я сейчас прошу, мы победили на этом турнире. Сегодня игра складывалась, первый период достаточно тяжелый, но потом раунд посыпался. Из-за чего? Ну, Донбасс прибавил или? Ну, думаю, да, и думаю, поговорили в раздевалке, делали какие-то выводы, ну, в принципе, не сломили, может быть, там пара быстрых голов привели к разрыву, и уже мы доиграли с нашим преимуществом. Но учитывая то, что Металлург как бы занял второе место, все-таки можно считать, что ключевым матчем был первый матч? Тут, наверное, самым тяжелым. Ну, я не знаю, он был самый стартовый, как бы хотелось хорошо, конечно, начать, но я думаю, все равно последняя игра была сегодня и решалась первое место. Я понимаю, они выиграли, то они бы заняли первое место. Ну, я не знаю, все три игры, все ключевые. Пауза вот за светом как бы пошла против Донбасса. То есть одной лед помог? Ну да, и, наверное, по статистике, но я не думаю, что это повлияло. Но все-таки Донбасс вышел другим, вот именно на те две минуты, которые оставались. Ну да, я не знаю, если бы мы начали просто второй период 2-0 после перерыва, я думаю, то же самое было, потому что нашли нужные слова руководства. А что если бодрили? Ну, просто указали на ошибки, подсказали, как сыграть лучше, применить какую систему, там, двигаться по воде. Ну и последний вопрос, как бы, что сказала сегодня? Вот, опыт КХЛ все-таки или, как бы, Руан уже не тот, как был в прошлом году? Ну, как я сказал уже, что вот когда мы вышли после перерыва, то что там пара быстрых голов, я думаю, они решили результат свой. Потому что до этого мы забили, они сравняли, в принципе, игра была такая, туда-сюда качели. И вот эти там 2-3 быстрых.